To 5 kilos. His MMA record stands at 8 victories opposite 3 defeats. Fighting out of Chelyabinsk, Russia, here is Davlatman Chupanov. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 172 centimeters tall. His official weight, 66.2 kilos. His MMA record stands at 9 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Migun, Russia, here is Mikhail Balakirev. And our referee in charge of the action, Герихан Шибилов. Давлатман Чупонов против Михаила Балакирева. Есть небольшая разница в росте, а вот размах рук как раз-таки идентичный. Постарше будет Балакирев на 2 года. И также в их активе есть и победы, и поражения в соотношении примерно в 2 раза. Ну что ж, все готово к началу. Смотрим. Первый раунд. Балакирев стоит практически напротив Давлатмана. В принципе, тот тоже не особенно двигается из стороны в сторону. Рассчитывает именно на встречном джебе Михаил как-то остудить пыл своего оппонента таджикского происхождения. Но Давлатман очень легкий на ногах, по крайней мере, сейчас. И выглядит как оппонент, который очень хорош на скорости. Пошел вперед Балакирев. Работа в центре. Колено тут же подключаем. Атакует по корпусу. И Чупонов поджимает Балакирева сейчас к сетке. Да, работает коленями, но нужно быть очень-очень-очень аккуратным, потому как можно попасть в пах, нарушить правила. Здорово с левого локтя так по касательной цепляет Балакирева и продолжает его прижимать к сетке. Кстати, тем же самым отвечает ему и Михаил. Да, при этом Чупонов в поединке с Осипяном пропускал тейкдаун из первых секунд и работал в партере снизу, но сумел довольно-таки быстро подняться и впоследствии сам пытался пройти уже в ноги, так что бороться этот парень явно умеет. Да, как будто бы какие-то ошибки и вот те самые неудавшиеся элементы он исправил, продолжает удерживать Михаила возле сетки. Видим мы регулярный обмен коленями. Но без какого-то активного продвижения. Может, сейчас произойдет разрыв клинча, но нет, очень цепкий Давлатман не дает возможности выйти из этого положения оппонента. Да, при этом, если у соперника есть навыки в борьбе, если он не уступает в этом компоненте, то Чупонов может задышать во втором раунде. Такое уже бывало с ним. Но пока все довольно-таки осторожно проходит у сетки. Продолжает он наносить удары коленями, пробивает бедра, подсушивает ноги таким образом своему оппоненту. Да, очень быстро мы ушли в такую затяжную часть, в очень вязкий этот поединок, в котором мы в основном видим много-много клинча изнуряющего. Вот попытка Давлатмана забраться в борьбу, ухватился все-таки он за корпус и за спину, едва-едва забрался. Но нет, очень-очень здорово Балакирев защищается, расставляет ноги в разные стороны, минимизирует возможность справа зайти и замкнуть этот захват на корпусе. Посмотрите, еще одно колено. Надо бы руку поставить на канвас Михаилу, чтобы не пропускать такие удары. Но пока он этого не делает, хотя возможность-то есть. Да, и очень зря несколько достаточно акцентированных попаданий он получил. И вот сейчас как раз руку поставил, как будто бы Давида услышал. Учитывая то, что мы сидим непосредственно рядом с его секундантами. Нет, все-таки с секундантами Давлатмана. Но так или иначе, рядом с бойцами непосредственно. Продолжает наносить удары Чупонов. Такой коленом. И никак не отвечает на это Балакирев. Пока раунд складывается не в его пользу. Да, хлестка так по-тайски обрабатывает левую ногу, бедренную часть. В частности, вот здесь предпринял попытку немножко раскачать, сменить позицию у Михаила на более выигрышную для себя. Но пока без особенных изменений, просто лупит со всей силы коленями. Старается быть активным Чупонов в этом положении. Он понимает, что рефери может поднять, если он не будет наносить удары. Ну и плюс, конечно, Михаил Балакирев, с учетом того, что он не отвечает, он явно проигрывает этот раунд. И вот несколько хороших атак от Чупонова. Стянул на канвас соперника. Балакирев сейчас стремится подняться. Работает левой по голове, даже через блок. Что-то прилетает, что-то нет.
насколько сильно нагружает. Боковой контроль. Пересаживается Довлатман Чупонов. Посмотрите. Пытается отключить левую руку. Главное не терять Чупонову самообладание. Мы знаем, что он может растерять все силы в первом раунде. Уже это отмечали, но он садится в маунт. Посмотрите, и выбирается Михаил Балакирев. Блистательная работа. Не стал бить ногами. Нельзя было этого делать. Балакирев. И вот мы видим уже абсолютно диаметрально противоположную ситуацию. Михаил находится сверху, и под ним Довлатман. Попытка здесь закрутиться. Высоко держит ноги, но нет, треугольник не состоялся. Еще один нырок в ноги. Здорово. Продолжается активная борьба на конвасе. И попытка выйти сейчас на удушающий прием. Есть, нет контроля ногами, к сожалению, только одну ногу подобрал Балакирев. Тяжело дышит Довлатман, слышно это здесь, увеличивает здесь давление Балакирев, но нет, не получается. И последнее мгновение, буквально два удара успел до сирены просто запихнуть в этот отрезок Довлатман Чупонов. И надо сказать, что первый поединок этого турнира на первый взгляд был достаточно скучным, но как будто бы разогрелись, набрали ход и продемонстрировали очень симпатичную борьбу, симпатичную ударную технику, не находишь ли? Концовка была действительно замечательная, и Чупонов, несмотря на то, что контролировал на протяжении всего раунда соперника, наносил удары, Балакирев никак не отвечал. А в итоге, в конце, последние 15-20 секунд, активно включился в работу, перевел на канвас, залез в маунт. И также был шанс у Михаила Балакирева провести удушающий прием. Не хватило времени и контроля, прежде всего, ногами. Да, сейчас будем пристально наблюдать за тем, как с точки зрения физических кондиций чувствуют себя парни. Сидит на стуле, вернее, на табуретке Михаил. И на ногах восстанавливался Довлатман. Это не показатель совершенно, но частенько парни, которые восстанавливались на ногах, чувствуют себя потом чуть свежее, чем их оппоненты. Посмотрим, работает ли эта теория в данном случае. Итак, поединок возобновляется. Смотрим дальше. Сайдкика начинает Балакирев для того, чтобы не подпустить близко к себе рвущегося вперед Довлатмана. Вот в печень здорово по точности, но не совсем по силе, наверное. Отдает пространство Балакирев. Снова ждет атаки от Чупонова. Когда же он пойдет на него? Здорово. Хороший боковой был у Чупонова. Да, как будто бы как в шахматах разменяли фигуры. Здесь поймал все-таки на сближении Довлатман. Несколько хороших ударов по голове прилетело. Да, двойка прошла замечательная просто. И как будто бы на контр-панче работает сейчас Довлатман. Исключительно по реакции, по спортсмену действует. Да, хотя как раз-таки он должен быть агрессором. И во всяком случае этого ждет Михаил Балакирев. С учетом того, как прошел первый раунд, Балакирев ожидает, что будут проходы в корпус и стремится к тому, чтобы дистанцию удержать. Ну а задача Чупонова, наоборот, заставить Балакирева забыть о борьбе и поработать слегка в стойке, чтобы потом, конечно, удивить и перевести на канвас. Вновь обменялись здесь лоу-кик на прямой. Балакирев пытается постоянно за счет дальней руки так хорошенечко попасть. У-у-у, какой выбивающий, высекающий внутренний лоу-кик. Великолепно. Да, кричат из угла Довлатман, да не стой на месте. И, в принципе, тот сам, ух, здесь очень хорошо нырнул и попал. Нырнул лучше, чем попал, честно говоря. Да, абсолютно согласен. Еще один лоу-кик. Пока в центре. Оба бойца. Не форсируют события. И этот темп, на самом деле, Довлатманда устраивает. Потому что мы отмечали, что может он задышать, а вот в таком ритме, в таком темпе вряд ли. Пока никаких проблем не создает Балакирев. Как классический левша Михаил действует, пытается постоянно левой ногой попасть по печени. Здесь мы вновь видим клинч. И вот эту работу вязкую подхватывает ногу. И великолепно. И вот тот самый перевод партера, о котором мы говорили в начале раунда, что он в любом случае последует со стороны Чупонова. Так оно и есть. Позиция гарда. Атакует свободной левой рукой. Чупонов не будет форсировать события и не будет стараться переходить.
менять позицию. Скорее всего, отработает в этом положении, потому что он понимает, что он выигрывает важнейшие эпизоды. Михаил вообще уже продемонстрировал один разок, как нужно было выходить из положения, когда на тебе находится твой соперник. Посмотрим, что получится сейчас. Пока Довлатман и работает, в принципе, сам неплохо. Ну и Балакирев, обрати внимание, как купирует вообще все эти попытки поработать. Здорово, локти подключу. Посмотрите, какие втыкающие просто удары локтями от него. Да, важно на самом деле в этом положении Михаилу оставаться активным, потому что мы знаем, что позиция гарда, она равнозначная. И никак не оценивается, кроме тейкдауна самого. В этом положении бойцы равны. И кто больше нанесет ударов, кто больше будет атаковать, кто будет активнее, тот и заберет этот эпизод позиции гарда. Попал тяжело Довлатман. Больше пока тычками действует Балакирев. Не может встать, корпус голова Довлатмана. Слева тяжеловато. Еще одно попадание. Пока все под контролем со стороны Чупонова. Да, причем это не залеживание. Это очень хорошая темповая такая работа, в которой пока преуспевает Довлатман и выглядит симпатично. Да, граунд энд паунд во всей красе. Минута остается до конца второго раунда. А время летит, однако, очень-очень ритмичный поединок. Пересаживается в боковой контроль Довлатман. Мы уже видели, как он лихо перепрыгнул в боковой контроль, а то потом фулл-маунт. И здесь он пытается руку отключить, подкручивается под него Балакирев. Нужно освободить ногу сейчас Чупонову и выйти в боковой контроль. Но его все устраивает и так. Хафгардия наносит удары. Сверху запускает локоть. Еще один туда же. Отменная работа со стороны Чупонова, пока он ведет в этом поединке уже второй раунд к ряду. Да, хорошее давление. Это не борьба ради борьбы, ни в коем случае. Постоянно активно. Обратите внимание, как улучшает раз за разом позицию Довлатман Чупонов. И жестко здесь справа. Так, задержался в этом блоке Балакирев. И под самый занавес еще посмотрим, что получится и у того, и у другого. Активнее стал локтями работать Михаил. Здорово. Кирихан Шипилов хлопнул по спортсменам, показывая, что пора подниматься. И у нас заключительная пауза в этом поединке перед завершающим раундом. Ну что ж, в следующем раунде в любом случае Балакирева спасет только нокаут. Ему нужна досрочная победа. Ну, возможно, сабмишн, но пока, потому что мы видели, предпосылок нет. Да, вот здесь попал по печени, но тут же пропустил ответный удар от Довлатманда. Великолепно здесь на себя и в сторону, и вверх. Отлично так по-тайски заставил потерять равновесие Чупонов. И завершающую часть раунда мы уже, конечно, с вами посмотрели. Там неактивен был Довлатманд. Да, любопытно, очень высокий уровень оппозиции. Но надо признать, что немножко инициатива переходит в руки Довлатманда. Это же и касается самого поединка с точки зрения эффективных действий. Переходит или она с самого начала была на его стороне? Ну, какое-то время все-таки была паритетная история. Сейчас уже, конечно, Чупонов, очевидно, выглядит интереснее. Итак, снова в центре бойцы. Это третий раунд, он же заключительный. Напоминаем, что в этой весовой категории чемпионом является Магомед Расул Казбулаев. Ничего себе. Было бы здорово вот так в первом поединке увидеть такой накал, но нет. Но на самом деле здесь Балакиреву нужно активнее действовать и, возможно, даже рисковать, потому что он проигрывает этот бой. Вот сейчас два боковых удара со стороны Чупонова. Еще одним боковым достает и апперкот попытался включить в дело. Ну, откровенно пошел порубиться Михаил, и понимая, что упущено и проиграно все, кроме чести, как говорится, и надо здесь идти ва-банк, и самое время, не оставляя это, не откладывая в долгий ящик, на последние минуты и секунды здесь очень-очень здорово завелся. Посмотрим, хватит ли этого наступательного порыва, а пока Чупонов снова пробивает корпус, оставляя покраснение. Хороший мидл-кик был в исполнении Довлатманда.
Снова он держит дистанцию. Он уже не форсирует. Он понимает, что два раунда он забрал. Здесь нужно аккуратно, легко отработать третий. Не давать сопернику сократить дистанцию. Не подпускать его к себе. Встречать его. И, по сути, это все, что нужно для победы Чупонову. Он делает это классическое упражнение, когда ты в зале со своим спарринг-партнером должен очень быстро ответить на удар оппонента. И это касается и бокса, и тайского бокса, и кикбоксинга. И вот по ощущениям то же самое сейчас делает Довлатман. Удар и тут же быстрый ответ от него. Гораздо более жесткий, причем еще пытается сделать Довлатман. Достал все-таки до печени здесь Балакирев, но опять же не хлестко. 3 минуты еще работать. Не видно особого желания со стороны Михаила вырвать эту схватку, выиграть ее. Пока никакого риска с его стороны мы не видим. Занимает центр клетки Довлатман, продолжает понемногу выдавливать своего оппонента. Особенно вот этим сайдкиком это становится еще более ярким и понятным действием. Но и абсолютно спокойно отходит назад при необходимости, если Михаил вдруг задумал пойти вперед. Просто приклеена, кстати, рука у Чупонова правая. Очень здорово он защищается. Постоянно она возле головы. Как раз проход. Состоится ли? Неплохо. Да, но мог шею отдать на гильотину. Да, в принципе, и отдает ее намеренно Балакирев. Другое дело, что вот такое положение пока ничего не несет. И, может быть, даже он за счет этого партера сумеет вырвать третий раунд. Но нет, мы видим, что тут же перехватил инициативу Чупонов. Боковой контроль. Фулмаунт. И что здесь? Наносят боковые удары Чупонов. И локти там же. У него есть все для того, чтобы завершить этот поединок досрочно. И пытается выйти на армбар. Но нет. Здорово защищался Балакирев, но позиция не потеряна. Вся голова красная уже от удара. Продолжается схватка сверху. Наносит удары, локоть включает вновь. Чупонов оставляет эти удары без ответа Балакирев. Менее минуты 20 еще до конца поединка. И очень тяжело сейчас будет попытаться растянуть наверняка Довлатман. Но нет, пошло добивание. Из этого положения может быть очень коротким завершение этого поединка за пассивную защиту. Может Шибилов остановить, но нет, опять попытка армбара. Хотя, казалось бы, и не нужно этого делать, просто побить сверху, включиться в активную работу. Вот так, таким способом. И победа уже не уйдет. Измотан Балакирев, не отвечает на эти удары. Рефери внимательно следит за его состоянием. Пытается вытащить руку, откровенно выходит на армбар, подворачивается вновь Балакирев, вновь пропускает. Под челюсть тяжело с правой. Еще одна атака. Локти. 20 секунд до конца. Здорово ведут по времени Довлатман, но это сильно пока не влияет. Пошло опять активное добивание. Есть несколько боковых ударов со стороны Чупонова. Ну, я думаю, на этом все. Да. Всем понятно, кто вырвал этот бой, выиграл и одержал победу, вырвал ее. И это, конечно, Довлатман Чупонов. Он был гораздо сильнее Михаила. Во всех, причем, раундах. Ну, я бы Михаилу от себя, наверное, очень субъективно выдал бы грамоту за стойкость, за... Несгибаемый характер. За несгибаемый характер, да, потому что он, в принципе, посмотрите, вот здесь. Ну, сколько мы видели таких ситуаций, когда из этого положения, из фулмаунта, ну, просто уничтожали лежащего на канвасе бойца. И посмотрите, сколько раз он защищался от того же самого пресловутого армбара. В общем, характер есть, осталось добавить техники, и все будет хорошо. И дай бог, будем надеяться, что быстро восстановится Михаил, с ним будет все в порядке. Ну, а Довлатманда... Блистательная победа, поздравляем. Это было очень-очень здорово, уверенно и, самое главное, очень прагматично. Да, и у меня сложилось такое впечатление, что Михаил Балакирев был готов к одному сценарию в этом поединке. Он не был готов перестроиться.
по ходу этого поединка, когда все пошло не по плану. Он все равно работал в том же ритме, в том же темпе, ничего особо не предлагая Чупонову. Я думаю, что это повлияло. Пойти на середину. Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our five judges at cage side have declared your winner by unanimous decision. Давлатман Чупонов!